Крепкий, только крепкий. А какие? Водка? Опять же, это в мое время, потому что мы выросли, у нас не было в то время. Я сейчас смотрю на молодежи, все пьют вино, все разбираются, кто-то красное, белое. Там, кто-то пиво. Вспоминают какое там. Ну, пива никогда особо не было, потому что тоже в мое время и пива-то не было. Точно, тоже точно. Был дефицит. Вот. Поэтому скорее крепкий алкоголь. Два варианта. Или водка, в зависимости, если вот хорошо надо поесть, если борщ на столе, то будет рюмка водки. Если так какие-то легкие закуски или ты есть особо не хочешь, будет виски. Оба, глоток. За женщиной посмотрели. Да, будет глоток виски. Скажите, пожалуйста, вот у мужчин бывают такие какие-то...